Слава Украине, привет всем от Полонского. Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Ну так говорили, так оно и получилось. На абсолютно фашистской конченной России сегодняшней, да, пишут новые учебники истории, в которых Украина показывается как фашистская страна. Как вам такое нравится? Значит, они напали на Украину в стиле Гитлера в 1939 году. Напали. Они разрушили пол Украины. Они оставили миллионы людей без крова, без средств к существованию, без родственников, без имущества, без жизни. Но фашистами они считают нас. Как вам такое нравится? То есть, ну, абсолютный, да, абсолютно шизанутая страна, я имею в виду Россию. И самое страшное, что вот население это хавает. Ведь вдумайтесь, сегодняшнее население России куда хуже, чем население фашистской Германии 1939 года. Я вам сейчас просто на пальцах объясню, почему. Дело в том, что в Германии фашистской, которая является предшественником фашистской России, у людей не было возможности получать информации, кроме официальной. Но откуда? Только газеты печатные, либо же радио. Мало кто там догадался перенастроить свою радиоточку на получение какой-то информации из Великобритании. Ну, все это было в зачаточном таком варианте. То есть это были либо газеты, либо радиоточка, опять-таки, фашистского рейха. И получать какую-то другую информацию было невозможно, поэтому люди тогда в Германии получали, ну, имели информацию, которую имели, и, соответственно, в большинстве своем целиком и полностью поддерживали Гитлера. Что же касается сегодня, смотрите, интернет открыт, весь мир открыт. Заходи, получай информацию, посмотри, что творит твоя бандитская страна. Нет, они поддерживают убийцу Путина, они поддерживают российско-фашистскую армию. Они посылают наших мальчиков, как они говорят, на войну, за родину. Какую родину за границей вы ищете, бандиты? При этом не забывая потребовать денежки. Да, вот без денежек они их не хотят посылать. Так подождите, это же мальчики-наемники тогда получается. Да, но что-то я увлекся. Да. То есть население сегодняшней фашистской России куда хуже. Куда хуже, потому что они имеют, чем население фашистской Германии. Они имеют все возможности. И они получают информацию, в случае, если хотят. Но они не хотят. Им удобнее, чтобы их родственники были наемниками, а они жили за кровавые деньги. А, они, да, и обязательно, чтобы им прислали блендер намародеренный, скрепки, и что там у них, плазму и женские трусы бэушные. Вот это очень важно, чтобы прислали, чтобы, значит, жена вот этого чмобика чувствовала себя необделенной, да, да. Так вот. А нас они в своих учебниках истории расписывают фашистами. И да, более того, они хотят посылать студентов в вузов рашистских на так называемые новые территории, награбленные, да, с тем, чтобы они детям рассказывали о фашистской Украине. Знаете, с этим будет большая проблема. Ну, понятно, что есть определенный процент ваты, там это мы трогать не будем. Но подавляющее большинство людей на вот этих самых территориях, так сказать, освобожденных русскими бандитами, они, понимаете, им есть что сравнить. Они ж видели, как они жили при Украине, когда там была Украина. И видели, что произошло после прихода русского мира в Донецкой, Луганской областях. Какой разруха, где зарплаты делись, где вообще все делось, где жизнь делась, где их квартиры делись. Где делось их имущество, где делись их соседи, их родственники. Все это разгромлено и убито. И после этого вы будете присылать, значит, туда студентов старших курсов педвузов, и они будут рассказывать детям о том, какие фашисты в Украине. У вас с башкой все в порядке? А, в принципе, у кого я это спрашиваю?